Приветствую вас, Елена. Я думаю, что на вопрос, который вы задаете, можно ответить вам следующим образом. В первую очередь вы путаете клиническую картину с психологической, то есть, вот, например, ну, в частности, дереализация там, это вот про больше клиническую картину мира. Ну, в большей степени. То есть это непосредственно про вот, значит, ваше состояние. Вот. Соответственно, тут нужно обязательно поисследовать. Вам обязательно обратиться к врачу, к клиническому психологу, вот, чтобы он вам помог рассмотреть ваше состояние и назначить препарат, если требуется. Вот, это первое. А второе. Значит, есть и психологический стор. Страх отношений и прочее. С этим разбираться нужно отдельно. Знаете? Например, в том, как вышло, допустим, так, что вы имели ребенка, и, наверное, отца ребенка, собственно говоря, начали чувствовать что-то к другому человеку, к другому мужчине. Вот. Есть ли здесь какие-то связи, пересечения и прочее? Может быть, вас вот что-то не устраивает в отношениях с отцом ребенка и так далее. Следующее. С эмоциями нужно работать. Опять же, в зависимости от клинической вашей картинки, с эмоциями можно и нужно работать. Учиться их слышать, воспринимать, понимать, выражать и прочее. Вот. Такой вот момент. Если вы будете в этом направлении двигаться, то ситуация может меняться. Ситуация может меняться в лучшую сторону для вас. Вот. Ну а если вы в этом направлении делать ничего не будете, то вы можете, да, совершенно верно, вы можете
Ты рад? Ну, ты рад общения, ты рад человека. Вот. Ну, если ничего не делать, то, конечно, ситуация будет достаточно негативно, мужчина. Вот. Поэтому тут вот нужно двигаться в этих направлениях. На этом все, в принципе, я надеюсь только, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена.